Видное и его окрестности любят выбирать для натурных съемок столичные режиссеры. Видновчане нередко в разных телекартинах угадывают родные улочки и здания. Тем более, что наш город имеет неповторимый облик и сразу узнаваем. Фильмы здесь снимают настолько часто, что все их не перечислить. Например, последние 10 дней для своего нового телепроекта «Городской пейзаж» использовал кинорежиссер Максим Субботин. Вы знаете, мы уже не первый проект снимаем в городе Видное. Примерно 80% материала снимается в Видном, потому что достаточно вообще, во-первых, приятный город. Во-вторых, все близко, все рядом. И, ну, отличная альтернатива Москве с точки зрения объектов и логистики, и собственно, тому, что мы видим в кадре. А в кадре мы видим, как входная группа здания телеканала «Видное ТВ» и газеты «Видновские вести» буквально на час превратилась в Видненский городской суд. Действие происходит в вымышленном городе, но со звучным нам названием «Видненск». Я в городе Видное второй раз, потому что мы уже снимали здесь. Понравился ли вам город? Я его еще мало видел, но то, что я видел, мне очень понравилось. Снимается полный метр, который в телевизионном формате состоит из двух серий. Фильм проходит под рабочим названием «Прощай, молодость». Группа пока не раскрывает сюжет проекта, но, судя по всему, здесь будут и жизнь, и слезы, и любовь. Репетицию начали? Начали. Творческая группа обещает, что фильм скоро обретет законченные черты. Ждать придется недолго. Я думаю, что жители Видного, да и как и все жители России, смогут увидеть фильм примерно через месяц.